участвую в КВН не первый раз. Я думаю, что все будет просто замечательно и очень весело. Мы посмеемся от души. А смотрите Диву и как мы прекрасно танцуем. Да, участвуя первый раз, очень много положительных эмоций и впечатлений по поводу этого мероприятия. Участникам я хотел бы пожелать в первую очередь победы, отменных шуток, ну и чтобы победил сильнейший. В КВН я первый раз. Вот. По настроению все бодрячком, посмотрим, как будет дальше. Да и дальше тоже так же будет. Команды, да. Команды, как говорят многие, они реально сильные. У всех свои номера, все они сильны. Для каждого, для всех. Настрой на будущее такой же, как и сейчас. Пожелать можно только успеха во всем. Не только в КВН. Так, на будущее, по жизни. Я настраиваю звук, аппаратуру и делаю так вот: «Эй, йо, кислотный диджей, эй, давай, давай, веселей». А еще мы проиграем, потому что приехали новые ребята, которые порвут сцену. Да, выступают на международной лиге. Они не пришли, они просто понимают, что они лучше, им не надо готовиться.